В Якутске открылся центр оценки квалификации сварщиков. Сегодня работники нефтяной отрасли сдали первые экзамены по повышению своей квалификации. В будущем подобные центры откроются для работников туристической, строительной и культурной сфер деятельности. Добавим, что работу проводят в рамках федерального закона о независимой оценке и программы внедрения национальной системы квалификации в Якутии. Республика строится, очень необходимы, значит, большой объем работ производить именно сварщиков. Они везде и на транспорте, и в строительстве, и в ЖКХ, и так далее, и так далее. Поэтому вот это центр оценки, он позволит именно профессиональным сообществам высокопрофессиональных сварщиков, которые наделены полномочиями Национального агентства по сварке, оценивать людей. Они позволят как раз-таки объективно оценить и повысить разряды и так далее по профессиональному мастерству наших сварщиков.